свободно ожидать чего угодно. Только где носит того седого старика, который детям подарки достает из рюкзака. Эй, Дед Мороз, приходи, тебя заждались мы. И песню твою меня заказывать достали. Покажись нам, не нервируй детей. Мы крикнем Чуть видо отрываем свой ебай! Ладно, ладно, ладно! Рома, шкать пища на сезазии, да? Предприятия и учреждения Актау работают в штатном режиме. Банки и торговые дома открыты для посетителей. В банкоматах нет очередей за наличными деньгами. Вернулись к работе детские сады. Со вчерашнего дня стали функционировать отделы по обслуживанию населения, кроме специализированного автоцона. Вчера за 10 января мы оказали 954 услуги онлайн и свыше 1220 услуг в офлайне. Людей в основном интересует оформление документов, связанных с недвижимостью, социальные услуги, пособия, регистрация рождения и так далее. Единственное, в связи с режимом ЧП на час сократились часы нашей работы. Мы теперь работаем с 9 до 18 часов вечера. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления полиции Медеузского района были задержаны 5 лиц, уроженцы Мангыстауской области. По данному адресу были обнаружены вещественные доказательства с торговых домов «Магнум», «Найк», «Монами». Данные лица также дали признательные показания, что все эти вещи были приобретены мародерским путем. Также у задержанных было обнаружено и изъято гранаты шумовые, принадлежащие военнослужащим, каски, бронежилеты и щиты.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 272, это организация участия в массовых беспорядках, и по статье 188, тайное хищение чужого имущества по краже. Все данные лица будут водворены в изолятор временного содержания, уголовное дело будет направлено в суд. Семьдесят человек задержали в Мангистау за нарушение комендантского часа. Улицы Актау патрулируют усиленные наряды полиции и военнослужащих. По-прежнему функционирует колл-центр по номеру 109. Продолжается работа 8 блокпостов на въездах в Актау и Жанаузень, а также в поселок Бениу со стороны Атырауской области. За сутки совершено одно мелкое хищение. В связи с увеличением количества обращений граждан по вопросу выдачи пропусков, центр по их выдаче перенесен в здание Мангистауской универсальной библиотеки имени Кабибулы Садыикова, расположенное по адресу город Актау, 19А микрорайон, здание 1/2. Мен Жумакул Мағжан, өзім басқарумдағы 595 Лада Вес автокөлігін светофордың қызыл түсіне өтіп жол ережесін бұзғаным үшін барша Ақтау халқына кешірім сұраймын және қонақтарынан. Грабители, нападавшие на магазины в Алматы, добрались до Атырау. Там задержали трех пассажиров поезда, багажи у которых обнаружили дорогой парфюм и декоративную косметику. Внимание полицейских привлекло большое количество товара. В ходе разбирательств выяснилось, что все это было украдено из бутика известной сети магазинов косметики «Монами». Задержанные оказались жителями Актау. Против них возбуждено уголовное дело. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. У задержанных жителей Актау обнаружены 30 флаконов с парфюмом и 55 единиц декоративной косметики. По данному факту начато досудебное расследование по статье «Грабеж». Я надо тут кішкентай ала болған дейді. Кеткен? Иә. Жігіттер мына. А797 ХМА ХМ716 деген российский учет. Opel Vectra. Таныстарың бар ма? Таныстарыңыз емес па? Мынау деген Жетібай мен Қарақияның ортасы ДТП болған. Ішінде төрт кішкентай болған, төртеуі де қайтыс болыпты. Жігіттер, мынау 197 Буа деген пятнашка. Таныстарың жоқ па? Өзеннен кеткен. Ішінде төрт кішкентай бала бар екен. 197 менің нөмірім. Сен кім ол, братан? А, жоқ, ол емес ол. Короче, төртеуі де қайтыс болған екен кішкентай болған. Но жить твоим, пора я не кортас.